первых минут матча активно прессингуя на чужой половине поля, сыктывкарцы буквально прижали гостей к воротам. Забурская такой прыти от хозяев явно не ожидала. Моментами на площадке царила самая настоящая паника. Желто-белые выносили мяч куда подальше, поначалу даже не помышляя о контратаках. Игра на отбой обозначила подавляющее преимущество новой генерации. Сыктывкарцы первыми и открыли счет. Подача с углового мощным дальним ударом замкнул Бурков 1-0. Этот гол успокоил гостей, и спустя 3 минуты началась разящая контратака. Выход 3 в 2 уверенно реализовал Кузнецов. Впрочем, сыктывкарцев гол ничуть не смутил. Футболисты из столицы Кони продолжили гнуть свою линию, и на 10-й минуте Кадалев с линии вратарской не оставил шансов Дедову. 2-1. Правда, хозяева очень быстро набрали 5 фолов, а затем и 6-й, но удару с 10-метровой отметки не хватило точности. Не получалось ничего. Не получался выход из прессинга, не получался прессинг. Где-то мы, скажем так, играли не с подобающим настроем. Но опять же, как я говорю, заметил коллега, у нас очень большие проблемы с вечерними матчами, с поздними. И мы в этом сезоне, по-моему, ни одного матча еще не провели нормально в это время. Мы тренируемся в утреннее время. Может быть, конечно, это на этом сказывается, не знаю. Но как мы не пытаемся встряхнуть команду, пока у нас эти матчи не получаются. Второй тайм сыктывкарцы при яростной поддержке болельщиков снова начали активнее. И уже в самом его начале Коко подправил удар Чуйкову. Преимущество в 2 мяча сыктывкарцев вполне устраивало, поэтому они намеренно отдали инициативу гостям и перешли на излюбленную тактику контратак. Очередной розыгрыш стандарта, дальний удар Чуйкова, и на табло уже 4-1. Евгений Куваев выпускает 5-го полевого, но реализовать преимущество футболисты политеха не смогли. Отлично действовал на последнем рубеже, сменивших Анутинникова Викулов. И лишь на исходе встречи горькую пилюлю поражения гостям подсластил Романов. В итоге 4-2. Уверенная победа новой генерации. Столько моментов не забили. Не знаю, удача, как говорили, что за 2 матча столько создав и так мало реализовал, то не знаю, что это очень проблема. Вроде играли, ну, равный был матч. Второй матч гости начали намного увереннее и активнее. Основная борьба развернулась в центре площадки. Раздосадованные поражением петербуржцы в этот раз отступать явно не собирались. Их атаки были острее и свежее, но у хозяев был свой ответ. В этом матче пробил звездный час для Исмаила Гибадуллина. Именно он открыл счет ударом под перекладиной, буквально продавив оборону гостей. Политех сравнял счет спустя 6 минут. Федоров подкараулил отскок и ударом в ближний застал врасплох Викулова. Впрочем, ничьей гости радовались недолго. Уже в следующей же атаке Гибадуллин замыкает прострел Соколова. 2-1 вперед. На второй тайм гости вышли с явным намерением переломить ход игры, но снова прозевали индивидуальный проход Гибадуллина. Это был первый хет-трик в его карьере. Очень приятно забивать 3 гола. Тем более при своих зрителях это непередаваемое чувство, когда они аплодируют тебе. Спасибо им большое, конечно, за это. Поведя в счете с разницей плюс 2, хозяева расслабились и тут же были за это наказаны. Федоров расстреливал Викулова практически без помех. Но сыктывкарцы быстрый ответ соперника не ошеломил. Спустя 3 минуты Прокушев восстановил статус-кво. 4-2. Политех резко прибавил и заставил оборону хозяев раз за разом допускать ошибки. Вначале маленький шедевр создал Кузнецов, с 3 касания расправившись с защитниками и голкипером хозяев. 4-3. А затем точным ударом со штрафного равновесие восстановил Дяк. Но у главного тренера новой генерации Михаила Безрука был на этот случай припрятан свой джокер. Испанец Мигель, пропустивший начало чемпионата из-за травмы, оказался в нужный момент в нужном месте. 5-4. А затем вторую желтую карточку в матче, ставший автоматом красный, получил капитан хозяев Александр Каданев. Впрочем, игра 4-3, а затем и 5-3 особых дивидендов гостям не принесла. Самый драматичный момент матча произошел за 2 секунды до финальной сирены. Мяч после удара Кузнецова медленно вкатился в штангу, повергнув всех игроков политеха в состояние гробни. Плохо у нас сегодня получался прессинг. Команда политех гораздо лучше сегодня выходила. И в связи с этим мы пытались менять глубину, играть повыше, от середины. То есть пытались сбить темп. Опять же, в первом тайме сегодня сели на 5 фолов, как и вчера. То есть где-то неквалифицированный отбор. И так потихонечку 5 фолов к концу тайма. Но сегодня хорошо хоть не довели до 10-метрового. Следующий тур для сыктывкарцев станет настоящей проверкой на прочность. В отсутствии капитана Александра Каданева и травмированного португальца Андре защитные порядки новой генерации претерпят изменения.
терять футболистам из столицы Коми в матче с чемпионом нечего, а значит, в Москве возможны сюрпризы. Максим Васильев, специально для Ассоциации мини-футбола России, Сыктывкар.